Діємо у нашій розмові до безпосередньої підтримки білорусів і України, української армії. Найбільш численний іноземний легіон, власне, в Україні, він складається із білорусів. Спочатку це був батальйон, зараз це полк. На вашу думку, чи є вірогідність, аби це військове формування, воно ще зростало, збільшувалося і набувало більших ще масштабів? Ну, во-первых, мы это увидим, вот в частности, в зависимости от того, как будут развиваться события, в том числе и с вводом белорусских войск, потому что в этом случае условно и армия может оказаться на стороне белорусской армии, на стороне Украины. Так что тут может произойти все, что угодно. Другой вопрос, что почему так происходит? Да потому что белорусы прекрасно понимают, что именно военное поражение России максимально приближает Беларусь к освобождению от собственной диктатуры. Поэтому для нас победа Украины – это наша победа. Мы ровно так это расцениваем, белорусы именно так считают. И поэтому мы все делаем для того, чтобы помочь и приблизить нашу общую победу. Білоруський диктатор, вочевидь, точить зуб безпосередньо на представників полку імені Костуся Калиновського. Він його згадував навіть в одній зі своїх заяв. Називав, що це чи то якісь неправильні білоруси, чи я не пам'ятаю точне формулювання. Чи боїться Лукашенко, що ці люди, навіть якщо він направить, я, зокрема, і про Збройні сили Білорусі, якщо він направить їх на фронт в Україну, є чималий ризик, що зброя, вона обернеться саме у його бік? Конечно, он очень боится. Он боится вообще всех. Начнем с этого. Просто. А уже тем более вооруженных людей. Ну, о чем вы говорите? Это я уже как-то говорила, что даже охотники последнее время у охотников поотнимали ружья, если у них нет справки о полной лояльности режиму. Так что он страшно боится. Когда проходили какие-то его инаугурации еще там 5 лет назад, она проходила при абсолютно мертвом городе, где никого не было, кроме отобранных там частей пенсионеров и войск, построенных боевым порядком, так сказать, вокруг этого там места, где он типа там присягу какую-то кому-то, я не знаю, приносил. Вот. Но у нас еще, знаете, как делается, когда он куда-то выходит, то все окрестные дома, значит, увешаны объявлениями о том, что если откроешь форточку, снайпер будет стрелять. То есть у нас вот такая ситуация, она уже лет 10 точно сохраняется в стране. То есть этот человек не только поддержки не имеет, он каждой открытой форточки боится. Вот это надо понимать. В Беларуси он 100 лет не имеет, ну, 100 лет, давно не имеет поддержки. Давно не имеет поддержки. Поэтому этот человек действительно, он и сам знает. Вот самое интересное, что он это знает и сам. Поэтому очень страшно. Очень страшно ему. Що буде робити Лукашенко, коли Збройні сили України вийдуть на кордони нашої території хоча б станом на 23 лютого? Де-факто це вже буде наша маленька перемога. Чи підготував Лукашенко якісь ходи чи плани відступу? Ну, во-первых, там действительно строятся системы на границе, системы защиты. Там радиоэлектронная защита выстроена. Ну, в принципе, это, как сказать, это обычные вещи для границы, но вот эту инфраструктуру он сейчас там очень сильно ею занимается. В том числе шла даже речь о том, что заминированы приграничные территории. Заминированные приграничные территории. Так что боится, прям нормально боится, скажем так, прям все хорошо. Отсюда и попытки запугивать украинскую сторону. Понятно. А политично он заготовил какие-то ходы? Потому что сейчас, как чимало кто говорит, Лукашенко ходит меж крапельок, намагается и Путину догодить, и остаточно свою на собі хрест в очах західних партнеров не поставить. Он какой-то выгадал план, как у разі падіння режиму Кремля. Ну, он, не знаю, видели вы или нет, вчера снова весь интернет заполнила картинка, как он своего шпица на столе
значит, демонстрировал всем окружающим. Ну, вот разве что шпицу он намерен попытаться передать власть. Вот продвигает его, видите, как бы повышает его узнаваемость. Других вариантов, если вы, нету. Политическое поле зачищено, зачищено давно, бесповоротно. Нет никого, кто реально мог бы, даже маленького Медведева, понимаете, которого можно, ну, я имею в виду карманного такого, чтобы поставить на какое-то время, даже этого он не вырастил, он боится даже такого, понимаете, вот как это сказать, держателя кресла, да, того, кто греет кресло, пока хозяин отошел. То есть он даже этого боится, он даже этого не сумел сделать. Этот человек вообще стратегически никогда не выстраивал политику. Это человек, который живет день простоять, до ночи продержаться. Вот это его единственная политика. Лишь бы вот каждый день для него это вот пережить сегодняшний день. Вот это задача. У него нет, как вам сказать, планов развития страны, у него нет понимания, как вот, вот и сейчас, когда встает вопрос вот каждый день, а куда, собственно, Александр Григорьевич, вы как это, свои лыжи навострите, когда падет Путин? Ну и вот это хороший вопрос, вот некуда, вот выясняется, что некуда вот в этой ситуации. Поэтому будет держаться до конца сам. Опять же, ситуация настолько плоха, что, ну, не настолько уже он изверг, чтобы Колю собственного подставить под это и пытаться ему, например, передать. Поэтому сейчас про это речь не идет. А, Виктор вот недавно поехал, по стране, навестил несколько мест, цветы возложил в пару-тройку мест жертвам, наверное, Второй мировой войны. Кстати говоря, никогда не был замечен в таких каких-то вот гуманитарных визитах, так что, может быть, это вот какая-то такая, знаете, робкая попытка посмотреть, но смотрится крайне негармонично, крайне не вписывается он в эту роль. Вот, я думаю, сейчас они на это посмотрят и снимется вопрос.